motherfucker. Просто, ребятки, с вами канал Олег Гейм, Let's Play Rock, это игра Субнартика, мы продолжаем с вами замечательное прохождение этой удивительной игры. В прошлый раз мы изучали с вами инопланетные острова, сегодня же мы будем заниматься тем, что первое, мы будем провожать нашу малышку Бетти, короче. Бет, короче, уходит на пенсию. Кто такая Бет? Вот Бет, такая большая старушка, которая верой и правдой служила нам и в трудные дни снабжала комплекс энергии. Поэтому мы еще живы. Но на смену Бетти пришла новая модель S10, которую мы нашли возле как раз-таки того самого острова с инопланетянами. Это ядерный реактор. Ядерный, не био. То есть нам не придется теперь убивать бедных рыбок, которых я очень долго восстанавливал в своем биоме. Нам нужно будет построить ядерный реактор. Что, собственно говоря, мы будем делать в этом видео. Строить ядерный реактор, да, а также сколько нанотехнологий всяких тут появилось. Топливный стержень для реактора. Главное здесь не устроить какую-нибудь чрезвычайную опасную экологическую ситуацию во время сбора ядерного реактора. Кристаллы Настурана. Кристалл Настурана. Короче, зеленую штучку нужно нам найти. Я знаю, где приблизительно эти кристаллы находятся. В какой зоне. Мы их как-то раз находили. Я не знал, для чего они нужны. А также сегодня мы будем с вами заниматься поисками кровавых водорослей. Я только слышал в какой-то отдаленной части, где они находятся, но мне, короче, они нужны для того, чтобы добыть с них какую-то красную штуку. Эта красная штука нужна для улучшения, потому что мы нашли нереально глубокую щель, в ней нашли нереально огромную дыру. В общем, боюсь, что нам придется еще глубже погружаться по этой дыре, ибо есть еще биом под землей, как мы выяснили. Из доклада Дегази. Дарутин или как он там? Настуран. Да, Дарутин Настуран. Возьмем его немножечко. У нас есть торпеды, кстати, ребят. Мы нашли торпеды в капсулу времени. Свинца одного, титана одного, стекло. Давайте, коль он три требует, да, у нас на два хватает. Все. Значит, три этих, три свинца. Боже, где свинец? Что там еще нужно? Стекло, точно, стекло. Ёпки, надо стекло сделать. Хорошо, что у меня много, короче, кварцев. Можно застеклиться. Больше стекла. И теперь мы сможем сделать стержни, да. Ёртик. Я так полагаю, он радиоактивный. Коль у нас счетчик Гейгера такой зазвучал, да? О, а за счет третий у нас уже есть один. Точно, мы ж находили. Все, разбираем Бетти. Как мы его назовем? О. А ты внушительный парень. Охренеть. Проявляйте осторожность при работе с радиоактивными материалами. Облучение может уничтожить данные на вашем КПК, содержащие обстоятельства вашей смерти. Ну, смотрится как в интерьере, да? Сразу все поменял. Ну, Бет тоже красавчик была. Ладно. Ладно, я понял. Надо, короче, это, сунуть ему, ну, эти штуки. Энергоблоки. Интересно, на трех он работать будет? Да, мазафака, нанотехнологии. Мы, по-моему, с вами прорыв прям сделали. Ну, не экологически точно, но как минимум энергетически мы сделали. Ну, теперь у нас точно энергии хватит. Надо будет построить, правда, еще одну энергоячейку ядерную. Но нам для этого нужно вот этот ураний и натурин. В общем, зеленую штуковину найти, нашли в стиках камешек этот. Так, теперь нам нужно добыть, знаете что? Модуль глубины погружения. И ингредиенты неизвестны. Ладно, отправимся туда, может быть, мы там что-то интересное найдем. Также у нас, не забывайте, что есть миссия по Дегази, еще проследовать вглубь пещеры. Но мне сегодня нужны водоросли. Отправляемся. Значит,
судя по карте, а она у меня есть, я ее так визуально осмотрел. Так, сука. Да что с тобой? Что с тобой не так? Да что ты, Мич? Накладочка. Как всегда. Но в любом случае, давайте поплывем вот так вот. Ничего не потеряем. Ну вот, начинается глубина. Глубоко. Давайте мы всплывем и посмотрим, где мы вообще находимся. Так, ну вот у нас вроде как остров, да, должен быть. Ух, я обосрался. Я думал, это нет. Ладно, давайте изучать. Хорошо, будем от противного идти. Просто будем тупо плавать. Так ведь лучше. Погнали. Пока ни хера не понятно, на самом деле, где я нахожусь, что я делаю. Пробуем опускаться ниже. И что? И тут пока ничего интересного нету. Блин, ну когда же что-то будет? Где эта сраная зона? Давайте еще глубже. Пока меня только атакуют различные твари. Переходим на тихий ход. Давайте сделаем так, хорошо. Темная ночь. Вот прожекторы тоже сделали. Ни хера не помогают, но светили бы нормально. Белизны добавляет какой-то, я херею вообще. Вот они, ребята, мы их нашли. Пойдем в эту зону сейчас. Будем ее к херам изучать. Агрессивных созданий вроде бы не видно. Сейчас поплаваем. Маяки есть, все есть. Отправляемся. Да, мотопака. Давайте изучать. Эта штука не изучается. В смысле? Смотрите, вот. А это что? Призрачная водоросль. Огонь. Призрачная водоросль растет исключительно в глубоководных регионах, где его бледная пигментация улавливает самые слабые длины световых волн. Будешь расти теперь у меня в аквариуме. Взять масляной сок. Применяется в горючих смазочных материалах и растворителях. И мы с вами открыли бензол. Давайте теперь изучим, что это за водоросль такая. Это вид водоросли растет негустыми перелесками глубоко на дне океана. Является убежищем для множества уникальных представителей фауны и мегафауны. Мегафауны. Отлично, мы изучили новую форму растения. Этот биом характеризовали как относительно жуткий, да, там, или как умеренно жуткий. Керана сколько места занимает? Но по мне так нормальный. Что если я возьму на семена образец? Нельзя, короче, семена собрать. Они, походу, тут вообще все в масле будет. Да, в этом плане удобно, конечно, плавать на подводной лодке. Ты одновременно все изучаешь и здесь же все создаешь. Масляный сок. Таких нужно 3 штуки. Ради одного масляного сока бензола. Смотрите, этих рыбок можно ловить? У меня еще таких нету. Открыт новый организм. Хребеточник. Очень, кстати, похож на кольцевика. Но, походу, здесь просто в этой зоне все вот такие костлявые. В любом случае, мы еще одного возьмем себе. Давайте поплаваем, посмотрим, поизучаем, что здесь есть. Охереть, и все в узелках. Ты в этих, короче, штуках. О, кристалл Настурана. Вот же штучка укусила, смотри, и вджобывать. Ой, тут до жопы. А кто меня кусает? Маленький краб-убийца. Эта тварь меня только что цапнула. Офигеть, это похоже на тех крабов, которые ранее мы встречали на инопланетном острове. Багровый ползун. Ловкий территориальный падальщик. Хера падальщик, да он гопник во всей красе. Он напал на меня. Какой он падальщик? Он приспособился к глубоководным условиям. Глубоководным условиям, блядь. Что это? Параллельно насобираем их. Потому что я так понял, что кровавый вот этот масляный сок. И вот тут столько, шланг можно просто опустить в эту зону и сидеть под водной лодкой, просто качать. Так, а я не заметил, как я оказался в какой-то пещере. Хотя даже и не стремился в нее попасть. Ух ты. Это было дерзко. Не шевелимся. Хера, короче, он меня атаковал, понял, короче, типа такой... Эй, ты что тут светишь фарами своими? Тишину соблюдай. Я понял, у вас темно, я вас ослепил. Простите, сэр. Смотрите, что это? Капсула номер 2. Ребята, капсула номер 2 и
И чьи-то были ноги. Кто это? Кто здесь? Где пизда сейчас будет? Туда валим херам. Херам валим, 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 валим. Охереть. Короче, ребят, что я могу сказать? Здесь каждая тварь готова тебя сожрать. Тут просто биом жрущих тварей. Какие-то осьминоги вон лазят, смотрите, вот, которые напали на меня, короче. Электрические угри. Благо, они не агрессивные. Тут эти штуки, которые вон телепортируются. Все друг друга пытаются сожрать, короче. Мы возьмем винтовку. Если она еще раз приблизится к нам, мы ей жахнем. Мы нашли капсулу номер 2, ребят. Помните ту затерянную капсулу, которую мы искали? Ну, когда нам получили координаты, но так и не смогли понять, где они. Модуль глубинного погружения циклопа МОД-1. Вот, отлично. Надо теперь попасть внутрь, посмотреть, что внутри. Там что-то должно быть. А он запечатан. Капсула запечатана. А вот дырочка, да. Есть. У нас здесь КПК. Давайте осмотрим все на всякий пожарный. Вот так вот, жданно-негаданно, да, поплыли в кровавые водоросли. И нашли капсулу. Главсредства не раскрылись, звуки затопления. Мы тонем, надо эвакуироваться. Подождите, я могу перенастроить кислородную систему и накачать на откачку воды. Работает грохот. Ладно, хорошие новости. Мы живы и мы перестали тонуть. А плохие, кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. И что нам делать? Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедствия и изготовить все заряжение, какое можно, а затем будем выбираться на поверхность. Ну, я так понял, они на поверхность. Мне кажется, наверное, не выбрались. Все-таки уж очень здесь большое количество разнообразных хищников в воде. Никого вроде бы нету. Все, аккуратненько, сейчас, подождите. Так. Найс, вообще. Очень интересная локация. Давайте поплывем вот сюда, мне просто интересно, что здесь такое. Но я хоть, по крайней мере, буду знать теперь, где искать эти... Хера он, короче, резкий, как понос. Буду знать, где теперь искать эти камни. Тут есть множество пещер и расщелин. Но пользоваться светом очень опасно. Свет привлекает столько тварей различных. Все норовят сожрать. Прям все. Без исключения. Так, вырубаем свет. Опс. Офигеть. Смотрите, какая огромная какая-то яма. Сканирование местности показывает расположенный неподалеку проход, ведущий в биом с обширными окаменевшими останками. Биом с обширными окаменевшими останками. Охереть. Просто его назовем биом с костями. Биом с костей. Прости, кость. Офигеть. Вот это да! Что это? Это интересно, опасное, нет? Можно к тебе поближе подойти? Какой ты красавец у нас! Да, он опасный. Речной мародер. И валим херам. Охереть, что это проплыло только что? Вы видели, ребят? Хера. Мы так не договаривались. Охереть. Охереть. Охереть.